Возобновил свою работу сайт нашей телекомпании в интернете. Наш адрес тройное w.alfa-tv.ru. Кроме информации о программах, выходящих в эфире нашей телекомпании, на сайте есть ежедневная лента новостей. Это первый подобный продукт в Амурской области. Раньше местные новости не были так широко представлены в интернете. Открывая новый цикл передач, мы решили попытаться разобраться во всех тонкостях российско-китайских отношений, которые порой складываются очень непросто. Сегодня наша первая программа на Альфа-канале. У нас с вами много встреч, новых программ и совместной работы по превращению Благовещенска в культурный центр Дальнего Востока.